Так. Братцы, а ну-ка сейчас как? Напишите мне, пожалуйста, ребят, как, нормально? Нормально сейчас интернет работает? А ты подключись. Да? Нормально? А, отлично. О, спасибо. Все, отлично, все заработал. Ну все, ребят, давайте, я готов поотвечать на ваши вопросы. Давайте, тема сегодня, как совмещать командировки и тренировки. Так что задавайте вопросы, я готов на них буду ответить. Напоминаю, что мы сейчас в Тимашевске. Прекрасное место. Денис Александрович тут принимает. Прекрасный зал, очень хороший. Очень хороший зал. Так, режим питания, ребят. Вожу с собой... Постоянно, значит, вожу с собой батончики. Батончики протеины, батончики энергетические. И вот, ну, перебиваюсь, то есть стараюсь 5-6 приемов в день соблюдать, но за счет батончиков. И ни в коем случае не срывайтесь на фастфуд. Так, рыба и люля. Тут в Краснодарском крае везде много прекрасных армянских парней, они отлично готовят люля. Так, и папе привет передай еще раз. Так, во сколько лет можно принимать фарму? Во сколько лет можно принимать фарму, дядя Толя? У нас тут хозяин зала. Дядя Толя, помашите ручкой людям. Дядя Толя говорит, что фарму, если вы не профессиональный спортсмен, принимать нельзя. В Москве субботняя практика. Ребят, не знаю. Ребят, парни, ау! Банда. Можно, я с людьми общаюсь, можно звук выключить немножко? Ну, что вы там, это? Тут пацаны такие шумные в этом Тимашевске, боюсь, сейчас побьют. Фарму не стоит принимать, ребят, давайте еще вопросы. Вообще, давайте вопросы, ребят, задавайте. Я очень веселый, ребят, учитывая, что целый день на ногах. Витамины лучше попить. Честно говоря, я витамины, ну, на подготовке к соревнованиям принимаю, японские или швейцарские, они самые лучшие по качеству, а так с фруктами обхожусь. В Краснодаре я сегодня вечером буду, но завтра уже улетаю. Так, растяжку в командировке как делаете? По полной программе, ребят. Перед сном вечерний комплекс, если только мертвый не приезжает, такой, что сил вообще нет. Сегодня проводил семинар в клубе для детей по карате, и там заодно поделал. Как забить плечи? Плечи забиваю одним единственным упражнением. Ребят, если не поленитесь, принесите мне, пожалуйста, эти гантельки по 5 килограммов, дайте парочку. Я сейчас сразу покажу. Мужские игрушки совсем скоро новые выйдут. Не, с Монсоном не прекращал общение, просто, ну, мы встречаемся изредка, он очень занятый парень. Вот, БЦА прекрасная добавка, принимаю ее достаточно регулярно. Если плечо болит, ребята, ну оставьте его в покое, когда боль острая. Вот, смотрите, у нас первый раз такое вещание в перископе. Леха, подержи, чтобы меня было видно, ребята. Я покажу, что я с гантельками делаю. Взял? Вот. Просто я сидя делаю это упражнение, самое важное, бери меня вот с этой плоскости. Чуть-чуть наклон вперед, какой? И идеальный подъем вот в сторону. Самое главное, чтобы гантель шла ровно вот в этой плоскости, ребят. Вот. Не вот здесь, не согнутые локти. Вся нагрузка должна ложиться на дельту. Посмотрите внимательно, дай сюда. Есть отличное видео Влада Кузнецова. Это упражнение мне Влад Кузнецов показал. Офигенное упражнение. 5 килограммов, 25 повторов. Плеч, ну просто не чуешь. Я, честно говоря, плечи делаю каждую. Про партию Родина я тебе сейчас расскажу. В партию Родина я вступил после того, как они мне спасли одну из площадок, ребят, которую хотели снести. Познакомился с Журавлевым, потом с Денисом Панасенко познакомился и понял, что это мой выбор. Для суставов нужно пропить лучший комплекс, это трековский комплекс. Я уже их не рекламирую давно, но пью его комплекс точно. Он называется Joint, по-моему, формула. Хондроитин, глюкозамин, коллаген. И там все вместе. Вот трековский комплекс самый лучший. Ребят, не поленитесь, зайдите. Как вы относитесь к гормону роста? Ребята, очень осторожно. Препарат прекрасный. Вот, но если вы спортсмен, он входит в список ВАДА, напоминаю. Это допинг. Он реально способствует заживлению, повышению спортивных результатов. Но есть тонкий момент. Он истощает щитовидочку. И принимать его надо крайне аккуратно под присмотром врача. Привет, Шаргород. Кто это там меня смотрит с родины моей? Привет всем. Ребят, кто у нас еще есть? Давайте. С 25 только можно вроде. Ну, я бы вообще рекомендовал с 35. Как укрепляете иммунитет? Ну, фрукты, овощи, ребят, и закаливание. Эдик, привет, дорогой. Спасибо тебе.
И прям, слушайте, столько, вся моя родня сегодня, меня дети сегодня смотрят, родственники, друзья из Шаргорода, с Украины. Так, где я нахожусь сейчас, ребят, в Тимашевске, Краснодарский край. Приглашайте еще друзей на эфир, ребят, тут весело будет сейчас. Снять мужские игрушки про мотоциклы, я сниму. Я сейчас, ребята, сделал тюнинг на свой Харлей, у меня теперь трайк офигенный. Его сейчас покрасили, так что первую программу сниму про свой же мотоцикл. Вот, Минакову привет, кстати, кто там с Минаковым общался, ребят? А на грудь это упражнение распространяется, чтобы подтянуть? Девушка, вот не знаю, девушка, вот женская грудь это тонкая материя. Как ее подтянуть? Ну, честно, не знаю. Как лучше закаляться? Как лучше закаляться? Ну, закаляюсь, ребят, я, честно говоря, закаляюсь очень просто, очень несложно. Каждый раз, когда принимаю душ, в конце приема душа, просто обливаюсь холодной водой там. Ну, максимально холодной, насколько это возможно. Ну и раз в неделю баня, и там окунание обязательно. Вот как раз вопрос про баню. Очень люблю, в Москве хожу только в Сандуны. Так, как набрать быстро веса в жиме? Ребята, это к Вове Кравцову. Привет, Виталику передай привет обязательно, да. Хороший очень парень, толковый. Чтобы набрать мышечную массу, ребята, надо много кушать. Много и часто. По колену это обращайтесь, лучше всего обращайтесь в первый физкультурный диспансер, ребят. Первый физкультурный, он на Курском, на Курской находится. Снимем, промотики снимем, ребят, обязательно снимем. Почему, когда делаешь на турнике очередной подход, дается трудно? Наверное, вы лентяи, не чейте. Так. Так, почему болят связки в районе предплечья при подъеме штанги на бицепс? Значит, вы их потянули просто. Делайте либо в неполной амплитуде, ребят, упражнение. Ну, не форсируйте, либо дайте там противовоспалительную мазь помажьте. Что делать, когда вечером съел яичницу, сосиски, задавил арбузом? Завидовать. Я только завидую, ребята. Зря только завидую. В каком зале Москвы меня можно увидеть? Ну, качаюсь я в дома. А в бойцовский зал я хожу, в академию бокса. БЖЖ занимаюсь у Кристиана, это на юго-западе. Вот, и в Mad Max Dodge. На турнике больше подтягиваться, ну, делайте каждый день хотя бы 3-4 отказных подхода. Я думаю, что быстро все восстановится, все будет очень хорошо. В Омск приеду, наверное, уже в следующем году, ребят. Сколько воды надо выпивать? Вода сама по себе не разгонит вам объем, обмен веществ, ребят. Ну, 1,5-2 литра нормально будет, больше тоже не надо. На Украину, ребят, скоро приеду, очень соскучился за домом, просто очень много работы сейчас. Отказные подходы – это когда вы делаете подход до того времени, пока вы полностью не можете делать. То есть выполнять упражнение – это отказ, то есть до полного отказа. Книги по цигун. По цигун читайте только Малявина, больше ничего не читайте. Самые лучшие переводные книги, у него есть отличные книги, то есть только Малявин. От груди уже очень давно не жал, ребят, даже сейчас не скажу. Ну, не знаю, наверное, 100 килограммов пожму, больше нет. Липоевая кислота, ваше мнение, не знаю, ребят, не специалист. Пожалуйста, не удаляйте свет. Ребята, я их не удаляю, они же сами как-то удаляются. Если бы я в этом разбирался, я бы, наверное, делал. Какой из залов нам больше всего понравился в Тимашевске? В Тимашевске мне, ребят, честно всего, больше понравился площадка, которую я же и открыл с Денисом. А если серьезно, Филин очень крутой зал. И зал карате, кстати, офигенный. Мы сегодня были. Торнадо называется зал. Хороший зал. Хороший. Сочи, привет, скоро буду. Ну, Бруся круто, конечно, прорезает низ груди очень сильно. А можно ли совмещать тренажерный зал и бокс? Почему? В Штатах бывал когда-то, но меня не пускают, ребят. Я в списке, там говорят, что-то опасен для жителей США, к сожалению. У меня там очень много друзей, но вот так вот. Вот. Так, в Калининграде беда, нужно спорт, только вернулся, ничего нет. Ребят, ну, приглашайте, приедем. Что-нибудь посмотрим там, может, чем-то поможем. Зовите в гости, ребят, буду с радостью. Так, ну что там еще, братцы? Давайте вопросы, а то я сейчас засну и все. Если вопросов больше нет. Как улучшить выносливость ног? Выпады, приседания собственным весом, ходьба в конце концов. В Астрахани не был никогда, поеду, когда рыбалка будет. Меня увидеть в Москве, ребята, можно только, когда я провожу практики. Следите за моим инстаграмом. Обязательно там в ближайшее время будет.
Спортсмену спать минимум 6-8 часов, ребят. Минимум 6-8, потому что, ну... Но я брусья не рекомендую, ребят. Если вы хорошо разогрелись, вы буквально не воспринимаете все там, не рекомендую. Если у вас вы молодой, крепкие связки, то поделайте. Для груди это хорошо. Но я брусья не делаю. Еще. При болях коленя, кроме БАД, какие мази работают? Если сильно болит, то это воспаление. Любая противовоспалительная мазь лучше тайская. Тайские мази очень хорошо. В Таганроге был когда-то, ребят. Был. Пока, ребят. Спасибо. Все, спасибо за поддержку. Надеюсь, увидимся. Спасибо, парни. Давайте. Все, ребят, удачи. Пацаны уходили. Коньково это рядом. Нужны, ну, знаете, Москва. Вы не обижайтесь, конечно, но Москва крепко избалована площадками вообще всем. Вы в регионах, ребята, не были. Вот тут беда. Тут беда реальная. Кстати, из Конькова, ребята, там попу оторвать и проехать до Академии Генштаба, там пешком добежать можно. И там прекрасные площадки, так что вы давайте не плачьтесь. Или ко мне прибежите, там еще 2 километра и моя площадка. Так, аминокислотный комплекс. Ну, VP-Lab, Трек. Любая американская компания, только родная. Только родная компания. Смотрите, очень много подделок, ребят. Так, привет из Ярославля. Планку делаю. Москва не резиновая, согласен. Это лимита какая-то, как и я. Я лимитчик, я тоже больше всех кричу. Москва не резиновая. Протеин пить вредно, опасно просто, смертельно опасно пить протеин. Кстати, замешайте мне протеинчику немножко. Протеин смертельно опасно, ребят, вы что? Я вот сейчас практически вот совершу подвиг, выпью. Но это глупость, ребят. Протеин это спортивная добавка. Если вы пьете его там 8 литров в день, что в принципе невозможно, то опасно. Сауки, доброго вечера. Передайте там всем привет в Шаргороде. Ты бачишь, какие хлопцы пишут. Ох. Как догнать другую грудную мышцу? Одна мышца больше другой. Значит, смотрите, у меня есть, я снимал программу в Таиланде. Там показано, как делать жим в станке, в жимовом станке. Господи, Смита станочек, да, в станке Смита. Делаешь дожим одной рукой. То есть я сначала жал двумя. И потом убираю правую руку, у меня тоже левая грудь отстает. И только одной рукой, поскольку вам не надо фиксировать, вот там станок за вас эту работу делает. Ой, очень крутое упражнение, таким образом можно спокойно доработать. Вот у меня отстает левая часть, у меня и бицепс меньше, я всегда чуть больше дает. Что скажете о новом от Клокова кросслифт? Ну, Клоков очень крутой парень, реально очень крутой спортсмен, ребята. Он счастливо, ребят, он... заслуженный мастер спорта, олимпийский призер, так что я думаю, что все, что он делает, он знает, что он делает. Связок, спасибо. В Ейске беда с площадками. В Ейске не был, ребят, но если приеду, постараюсь чем-то помочь. Помогло, да, помогает. Спасибо вам, ребят, спасибо. Макгрегор чемпион однозначный, я болею за него всегда. При артрозе крестцово подвздошного сочленения, что посоветуете? Пить комплексы, ребят, и аккуратно делать гимнастику специальную. Это уже такой, ну, опасная история, будьте аккуратны. В Тае, ребят, пока не знаю, ребят. Сейчас выборы. Много ездим. Честно говоря, голова вообще про Тай даже не думаю. У меня перелом локтя. Как восстанавливаться, когда зарастет? Сначала неполная амплитуда. Начинайте с подтягиваний и отжиманий в неполной амплитуде. И к весам, к железу подходите не раньше, чем через 7-8 месяцев. А как вы относитесь к маске, имитирующей тренировку в горах? Ну, ребят, если вы молодой, крепкий парень, у вас все нормально с сердцем, и вы профессиональный спортсмен, то это хорошо. Гиперэкстензия не идет. Чем заменить? Ничем. Осваивайте. Как продвигается дело с петициями на Паралимпиаду? Ну, сегодня, как бы, ну, не наша заслуга, но я думаю, что там не один Бадюк и Панасенко про это сказали. Сегодня президент объявил, что у нас будут... Паралимпийские игры, судя по всему, они будут в Крыму. Я считаю, что это очень правильно, потому что бросить наших ребят сейчас в такой ситуации, это как раненого на поле боя бросить, это идиотизм. Нельзя делать такие вещи. Посоветуйте упражнения для растяжки. Ребят, ну, что вам посоветовать? Смотрите, у меня видео есть в интернете, достаточно толковое, мне кажется. Так что посмотрите, я думаю, что будет нормально. За сколько до тренировки можно кушать? Я, честно говоря, когда набирал массу, жрал и во время тренировки, каждые 20 минут. Так что, если вам на набор массы, чем чаще, тем лучше. Если потянули связку, дайте отдых, ребят, все пройдет. Нельзя, в режиме воспаления нельзя ни в коем случае. Ну вот, как бы написать, как вы относитесь
которая начинает принимать форму с 15 лет. Ну, так и отношусь, как к этим самым. Упражнения на выносливость, ну, бег, борьба, ребят, прекрасно, плавание. Что такое фарма? Я не знаю, это фирма, наверное. Как к водному полу отношусь прекрасно, ребят. Офигенный вид спорта, ребята здоровые, как кони, огромные, вытянутые, с прекрасными фигурами. Мне очень нравится. Ну что, барцы, давайте, последних три вопроса, мне еще в Краснодар ехать. Сереге передавайте привет. Ну, три вопроса, кто первый? Кто первый? Спасибо, ребят, спасибо. Я от вас тут передаю привет всему клубу «Филин». Ребята уже разбежались, я их тут распугал. Юра Федоришин пока нигде не тренирует, ребята, ищем зал. В Краснодаре буду сегодня вечером. А Саша Емельяненко, Саша, к сожалению, сидит, ребят, ничего хорошего. Вот, Адам Янгиев, мой друг близкий, да, очень тоже его уважаю, прекрасный, очень добрый человек. В армлифтинге буду выступать на чемпионате мира весной, ребят. Ну что, братцы, ладно, спасибо, давайте, до скорой встречи, передаю вам привет из Тимашевска. Если вы в Тимашевске, сходите, поддержите моего друга Дениса, он где-то уже пропал тут. Да, Денис, помаши людям ручкой. 18 числа, да. Чтобы мы не одну площадку поставили, а весь класс сделали самым спортивным. Все, друзья, давайте. Спасибо вам огромное. Пока. Спасибо за ваше терпение. Увидимся на следующей неделе. Удачи.